Мы с вами, друзья, снова смотрим на домик, который продается. Ну, это мы на улицу смотрим, так, что там у нас на местности происходит. Вот. А сейчас мы зайдем в дом и поглядим, что внутри. Так, вот мы зашли. Вот мы зашли. Тут такой стейджинг. Так, красиво все сделано, оформлено. Так. Вот спаленка. Ну, так мило. Вот вид на улицу, хорошие спаленки. Так. 1,088. Цена? Да. Но это они как-то занизили сильно, да. Этот дом тоже найти что-нибудь 1,5 миллиона, мне кажется, но 1,088 это просто издевательство такое. Вот второй бедрум. Такой детячий. Так. Вот он. Значит, оформлен так, как детский. Так, хорошо. Идем дальше. Туалетик. Такой. Ничего особенного. Обычный туалетик маленький. Вот кухня. Кухонька. Вот это кухня. А здесь вот мы во двор попадаем. Так, ну мы двор еще отдельно посмотрим. Тут еще одна комнатка. Тоже с видом туда, на двор. Вот, с камином таким старинным. Такая вот комната. Такое ощущение, что здесь гараж раньше был, не знаю. Такое подозрение у меня. Мы проходим через кухоньку. Тут вот такое место. Можно закусить. Как бы. Вот такой дек. Мы вышли на бэк-ярд. Хороший участок, большой. Тут соток 10, наверное, не меньше. Это угловой участок. Две улицы рядом пересекаются, деревья красивые, такой навесик никакой. Идем дальше. Значит, тут такая ванная, пол деревянный, ванная. Чувствуется возраст, у нее такой нормальный домик-то. Так, это мастер-бедрум, вот он, бедрум, шкафы. Так, я обернусь. Вот оно все. И выходим на улицу снова. Здесь тоже выход на улицу. Вот, вот это дерево. А, пахнет классно, вы не представляете. Очень хорошо пахнет. А вот так дом выглядит со стороны. Это Sunnyvale, это хорошие школы. Тут вот такое ощущение, что газончик настелили. И вот тут... Вот это вот brown is a new green. Так в этом стиле, так сказать, растительность, не требующая полива. Вот так все это выглядит. Мы со Светланой пришли домой, в компьютере нашли вот этот домик. И вот хотим поговорить на эту тему. Свет, вот смотри. Через дорогу от этого дома, там месяц назад, ушел дом за 1,400,000. В котором было 2 bedroom и 1 bathroom, да? А здесь у нас 3 bedroom и 2 bathroom. Там был дом меньше, чем 1000 square feet, а здесь 1400. И лот у него хороший, лот у него 9300 там что-то. То есть 900 лот. И такой же, как там. Такой же, как там. Ну, они что, уже совсем оборзели вот его ставить? Смотри, тут написано, они его выставили 1,088, а Zestimate, то есть как бы робот, оценивает этот дом в 1,209. Но если дом, который меньше этого, ушел за 1,400,000, как ты считаешь, что с этим произойдет? Ну, с точки зрения именно продажной, то получается, что дом вообще не имеет никакого значения, потому что в прошлом доме там просто продавался кусок земли. Так. И дом, ну да, в нем действительно вселились люди и живут в нем, но
Этот дом, конечно, который ушел за 1 400 000, это потенциальный кандидат на достройку, на перестройку. И в этом смысле то, что он маленький, это хорошо, потому что у него много лота, у него много земли. А что касается этого дома, у него есть бассейн во дворе. И бассейн не дает никакой плюс в смысле... Ну хорошо, 30 000 засыпали бассейн. Ну что? Ну, 30 000, но это же, во-первых, это работа и так далее. В общем, это работа. То есть ты считаешь, что этот дом не уйдет за те деньги, что тут ушел? Нет, конечно. У него некуда его расстраивать. Вот он 3-бедрум, 2-баструм, плюс довольно-таки в скромненьком состоянии. Ну там участок гигантский. Ну да, но из-за того, что там бассейн, его достраивать некуда. Там уже все, что там. Он оригинально был, очевидно, 2-бедрум, 1-баструм, потому что я видела, что там достроенный. Да, из гаража там видно было, вот. Да. И это самое, там нет особо достраивать, во-первых. Во-вторых, он угловой. И значительная часть этого лота просто съедается тем, что он угловой, там должно быть отступить, соответственно, от угла и от фронта и так далее. То есть у него лот теоретически такой же, а практически гораздо меньше, да еще бассейн там занят. Поэтому этот дом, я думаю, что он уйдет значительно меньше, чем тот. У него земли мало. Мне это странно все. Ну, посмотрим. Да? Счастливо.